шестой день нашего путешествия. Сегодня мы едем продолжать дальше исследовать высоты Веркора. Поедем в сторону Ди. Моя обязанность натирать каску, потому что ничего не увидишь, если она будет грязная. Подготовка обычная, потому что когда едем, то насекомое какое-то решит окончить жизнь самоубийством перед твоим носом. Это у нас небольшая загвоздка. Обрабатывали цепи, вот эта вот нога, на которой стоит она. В общем, вылезла. Теперь нужно механика вызывать. Паскаль пошел вызывать механика. Блин, утро начинается. Весело. Ну, несмотря на небольшую заминочку, мы опять в пути. Шикарная просто сзади меня скала. Это еще шикарнее. Внизу вид. Едем дальше. Остановились в местечке Ле Руссель. Впереди канатка. Сейчас попробуем пойти. Может быть, можно подняться. Зимой здесь весьма симпатично, наверное. Вот. А почему мы сюда приехали? Потому что Паскаль здесь был 20 лет тому назад. Вот здесь, вот в этом отеле. Мы решили подняться на канатке. Вот даже на такой высоте все оборудовано. Есть панно Валь-де-Дрома, долина Валь, гора Ле-Сервель, Монтань. Зимой, конечно, вообще, наверное, рай для лыжников. Очень красиво. Слышите, как их колокольчики звенят? В общем, авантюра, поднимаюсь вверх. Выпасть не выпаду с этих рельс. Самое главное — держать дистанцию 40 метров. Ну и прибавлять скорость, ну и тормозить. В общем, с тразам хлопнула зря, нифига не страшно. Да, но интересно. Ну все, едем дальше. On va passer par cette route. Мы поедем, вот сейчас мы на высоте. Поедем по этой дороге.
Какой это? 95-й.